Сначала достала голову, а потом отпустила ласточку. Точными и аккуратными движениями, шаг за шагом, юная фигуристка Катя Боровых вместе с чутким наставником и тренером оттачивает свое мастерство. На коньках Катюша всего ничего, но растопить лед в сердце зрителя уже смогла, а сердце жюри уж точно. Юная спортсменка взяла золото на краевых соревнованиях по фигурному катанию памяти Подгаевской. Среди шести десятков участников Катя первая. Я всегда думаю, что у меня все получится. Мне всегда папа говорил, что у тебя все получится. Поддержка, да, важна? Вот уверенность в себе? Да. А мама что говорит? Мама говорит, что надо работать. И работать руками и ногами. Как отмечает тренер спортсменки Екатерина Боровых, на льду фигуристка чувствует себя уверенно, трудностей не боится. Хотя девочка оказалась на льду совершенно случайно. Немного прокатившись, сразу поняла – это ее. С тех пор прошло 2 года, за маленькими плечами сотни тренировок, десятки программ и награды. Она очень хорошо прогрессирует за счет того, что она сама очень хочет. Она очень упорный человек. Ее даже тренеры хоккеистов и то ставят парням даже в пример. Они говорят, вот ты ее наругала, она ушла, села, поревела, вышла, встала и пошла делать. Даже сейчас, когда соревнований прошло всего ничего, Катя уже готова двигаться дальше. Сразу после тренировки Катя вместе с тренером отправляется в Казань за еще одной победой. Жизнь спортсмена, а в особенности фигуриста, состоит из многочисленной работы над собой. Ведь пока Гореть необходимо не только лед, но и сила притяжения. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.